Land Rover M2S – телефон, совмещающий сенсорный экран с кнопочной клавиатурой. Этого уже достаточно, чтобы выделиться на фоне однотипной массы моноблоков с экраном на всю фронтальную панель. Но Land Rover M2S, к тому же, еще является и защищенным. Устройство выглядит мужественно и в то же время довольно привлекательно. Корпус сделан из пластика с алюминиевыми вкладками по бокам и резиновыми накладками на углах. Выпускается в двух цветах – желтом и черным. На лицевой панели мы видим IPS-экран с диагональю 6 см и разрешением 320 на 240 точек, а также русифицированную клавиатуру с физическими кнопками, как в телефонах до сенсорной эры. Все клавиши физической клавиатуры нажимаются плавно и в то же время туго. Случайное нажатие в кармане исключено, если вы вдруг забыли поставить на блокировку. Наверху расположен мощный светодиодный фонарик, который активируется продолжительным нажатием клавиши 0 на клавиатуре или при помощи горячей кнопки на левом торце телефона. Снизу мы видим совмещенный разъем microUSB как для зарядки, так и для наушников. Активировать беззвучный режим можно длительным удержанием по клавише решетка, на которой изображена изогнутая мобилка. На спинке расположена 2-мегапиксельная камера, рядом с которой размещен довольно громкий динамик. Крышка закреплена 2 несъемными винтами. Открутив винты и сняв заднюю крышку, мы получаем доступ к слотам для 2 микросим-карт и независимому слоту под карту памяти microSD, а также съемному аккумулятору на 5800 мАч. В Land Rover M2S установлен небольшой по сегодняшним меркам экран, прикрытый стеклом повышенного сопротивления к царапинам и ударам Gorilla Glass 5-го поколения. Яркости достаточно в солнечную погоду, цвета натуральные, под углом картинка искажается минимально. Утилита MiraVision позволяет скорректировать параметры экрана по своему вкусу. Land Rover M2S работает под управлением Android 6.0 Marshmallow с уникальной оболочкой для смартфонов с маленькими экранами. Таким образом, перед нами предстает не просто телефон с клавиатурой и сенсорным экраном, а полноценный смартфон, на который можно установить любой современный софт. Навигатор, переводчик, мессенджер и другие программы и игры, которые нам так необходимы в 21 веке. Снять блокировку можно 2 различными способами. Смахнуть вверх по экрану, длительно удерживать клавишу звездочка, как на старых добрых ламповых телефонах. В аппарат установлен 4-ядерный процессор MediaTek MT6737V с тактовой частотой 1100 МГц и графический ускоритель ARM Mali T720MP1. 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти с возможностью увеличения ее за счет установки microSD-карты объемом до 128 ГБ. Производительности хватает для офисных программ и нетребовательных игр. Интерфейс работает быстро, без подтормаживаний и зависаний. Благодаря встроенному 4G-модулю, а также Wi-Fi-передатчику, можно спокойно и непринужденно серфить по интернету. А при помощи рации и GPS-навигации вы не заблудитесь даже в самой глухой тайге. Из развлечений стоит отметить FM-радиоприемник, не требующий наушников, чтобы слушать музыку, и мультимедиа-плеер. В Land Rover установлена 2-мегапиксельная камера. Детализация у большинства кадров неплохая и вполне соответствует возможностям бюджетных модулей. Фронтальная камера на 0,3 мегапикселя в основном используется для видеозвонков. В настройках камеры стандартный набор для 6-го андроида. Фильтры, HDR, панорамы работают хорошо. В устройстве установлен аккумулятор емкостью 5800 мАч. При интенсивной эксплуатации смартфон разряжается примерно за неделю. Полная зарядка батареи занимает чуть более 2 часов. Во многих водонепроницаемых телефонах защитой батарейного блока является обычная резинка, лежащая прямо внутри аппарата по периметру отсека. В нашем телефоне защитой выступает силиконовый уплотнитель, прочно засевший в специальном разрезе крышки. Благодаря ей крышка туго закрывается и ее не распирает во время обтяжки болтов. Кстати, посмотрите на болты. Они находятся в крышке так, что случайным образом не вылетят и не потеряются. В качестве приятного бонуса производитель сделал специальный крючок на корпусе аппарата, таким образом, чтобы через него можно было провести ремешок и повесить телефон, например, за лямку брюк, и не потерять. Вес смартфона без батареи составляет 142 грамма, батарея отдельно еще 56, что в целом составляет чуть менее 200 грамм. Для телефона с мощным аккумулятором не так уж и много.
Как заявлено в характеристиках, телефон имеет защиту IP68. Это значит, что устройство может работать под водой на глубине более 1 метра длительностью более 30 минут. Давайте проверим и опустим телефон в воду под струю воды. Как видно, наш гаджет нисколько не пострадал. Это еще раз доказывает, что продукции компании Land Rover можно доверять. Вывод. Land Rover M2S обладает несколькими основными преимуществами. Защищенный корпус, 4G, емкий аккумулятор, легкий и привычный Android, съемка под водой, физическая клавиатура с довольно крупными клавишами, доступная цена. Несмотря на такие незначительные минусы, как небольшая диагональ экрана и шумная камера, Land Rover M2S создает впечатление хорошего, современного, защищенного смартфона. Напоминаем, что при покупке любых телефонов на нашем сайте land-rover.tel мы возвращаем 5% от стоимости товаров. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.